Мне сказали, что мой персонаж похож на сутенера. Тогда знаете что? Тогда сделаем из него Ваномаса. И вы будете смотреть на Ваномаса. Так, ладно, слишком я много взял на себя, когда я назвал его Ваномасом. Во, я считаю, отличный. Забег сейчас будет. Но у меня нет никаких спортивных, что ли. Ладно, побежи в трусах. Где там? Надо что-нибудь покруче, поприличнее. Во, фиолетовый, нормально. Ладно, надо на ноги что-нибудь надеть. Во, пусть эти будут. Очки, естественно. Очки самые клевые, то есть без очков. Цепочку снимаем. Часы. Желтые, естественно. И бейсболочку. Да, вот видите, все, я приоделся, отлично. Все, и клево выгляжу. Видите, какой клево. Все, теперь я не похож на сутенера. До свидания. Теперь, куда мы поедем, куда мы поедем? Нас столько приключений ждут. Давайте вот сначала проведем вот это вот. И снова сопровождение союзника проведем. Где моя точила энтерпрайзовская? Не хочу 1100 кубиков между ног. О господи. О господи, нет. Мы это слушали? Вот, давайте это послушаем. Говорят, что тут хорошая музыка. Иногда бывает. Ну как говорят? Слухи ходят, все дела. Тут же копяра шел, я чуть копяру не задавил. Эй, детка, смотри, какой я шикарный. Ух ты, у меня сейчас массаж дешевле, так что я буду массажировать себя долго, полностью, два раза. Давай, покажи мне все, что ты можешь. Покажи мне, малополигональная женщина, что ты можешь сделать со мной, давай. Хотя она достаточно высокополигональная по сравнению с женщинами на моем телефоне, с которыми я провожу каждый день. Я сигналил. Алтарь. Черт, промахнулся, а? Вот, блин, сейчас как клево получилось бы, если бы я как вдарился с ноги. Это было бы охренительно. Ну, была не была, так что тебе не повезло. Помнишь ту чувиху на мотоцикле? Вот, да, все из-за нее. Она стала и говорит, о, смотри внимательней. Смотри под ноги. Вот тут люди иногда попадаются под ногами. Я мотоциклы. Я специально на него въехал. Я тут-то. Чё скажешь? Сунь свой. Давай, поехали. У меня шикарно. Смотри, что этот козел делает. Поехали отсюда. Нет, не надо мне. Fuck you. Так, территория 18К уйти, да? Ну, то есть вот сюда куда-то, да? Вот сюда мне надо уйти. Пока. Воу! Кстати. Потом покажу после окончания миссии. Кое-что. Может быть, вы уже заметите, но это вам загадка. Что я хочу вам показать после окончания этой миссии? Может, вы увидите. Может быть, вы догадаетесь.
Что-то сзади-то никого нету. А, вот сейчас мы вперед выйдем просто и все. А-та-да. О-оу. Так, я не туда заехал, парни, простите. Упс, 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 упс. Хэдшот! Парень, бейсбол, тебя в аномас побил. Все, мы уехали. Чего вы врете, мы уехали? Уходи отсюда нахрен. Пошел вон отсюда. Так вот, смотрите. Если игра мне даст войти в меню. Вышел патч, вот буквально пару часов назад, перед тем, как я сел играть. И здесь появились и с этим патчем, через пару недель после выхода игры, разработчики наконец-то добавили возможность поменять чувствительность мыши. Прикиньте, это так сложно было, но меня больше интересует всего, что значит свободный обзор мышью и вот эта вот строка прямой ввод мыши. Прямой ввод мыши куда? Что? И главное, по умолчанию оно включено. То есть я как бы опасаюсь за свое здоровье, поэтому если вдруг я стану психически больным или у меня физические отклонения появятся, то обвиняйте во всем Sleeping Dogs. Ну а сейчас целиться стало вообще удобно, смотрите как. Как в хорошем боевике каком-нибудь. Даже это, двоечки слишком мало для того, чтобы вращать камеру. Так что давайте поставим чувствительность мыши побольше. Вот так на троечку, да, и хватит. Вот, наконец-то они чувствительность мыши добавили. Причем качался 120 мегабайтный патч. Что оказалось немножко обалденно для меня. Да, именно обалденно. Так, зачем я закрыл? Я хотел сначала поехать вот сюда, разобраться с чуваками, потому что они единственные, кто здесь остались. Кстати, давайте посмотрим статистику. Мы же давно туда не смотрели, вроде бы, я не помню точно, может быть, в прошлом видео смотрели точно. Так вот, одолжение сделано 27. А что значит поручение? А, поручение, это, видимо, по телефону, когда звонишь, окей. Давайте пойдем. Что мне там сказали? Что там, что мне сказали? А, вот наркокрах, окей. Во, как я развернулся, да? По-пацански, чисто по-пацански. По-пацански сбил. По-пацански врезался. По-пацански еду по встречке. Что по-пацански? Мне пацански понятие. О, по-пацански ушел от... А, не ушел от столкновения. Не по-пацански получилось. По-пацански приехал рядом с мотоциклистом. По-пацански пострелял в... А, нельзя вверх. Сильно вверх прицел убирать. У меня даже чистое вождение есть. Окей. Завалим. Не, ну по сути, если стоять, то это же тоже водить, если сидеть за рулем, да? Так ведь? Ну быстро в повороты нельзя входить, если у тебя... если у тебя пенис маленький. В смысле... Ну, вы поняли. Это вполне тебе правда. Так. Где тут катера? Явно не тут. Козел, ты мне пафосный поворот обломал, козелина. А теперь камеры можно вверх-вниз вертеть. А в прошлый раз можно было? До того, как патч ввели. Я гудел вот этому шикарному дереву. И еще. Вот куб предметы. А, где находятся статуэтки? Статуэтки где? Вот нам боевое улучшение. Ну, вы думаете, что я здесь серьезно буду ездить все собирать? Я что, на дебила похож? Не, ну, может быть, я один-то бы пособирал, естественно, но для прохождения я не думаю, что это стоит. Может быть, я потом, после прохождения с одной компанией, сколько останется,
чего сделать, я, может быть, в качестве бонуса выложу. Эй, я забрал, что ли, его уже? Где тут камера? Что? Он не может забраться на вот такой вот уступчик? Он в прошлый раз на такие запрыгивал. А этот на этот может охренеть. Что ты делаешь? Я этого тебе не говорил делать. Так, где тут камера? Камеры нету, да? Окей, значит мы бежим вниз. Стрелять помидоры. Или есть, надо отсюда поглядеть. Не, что-то не вижу. Не, вижу. Ну и ладно. Эй, пацаны, я иду. А высь? Воу. Вот это прыжок был. И стоять. Пацаны, я иду. Я сейчас вас перестреляю нахрен с таким нормальным сенсом. Так, все, патронов нет, это плохо. И где пацаны? У-ху! Так, где он, где он? Где он? Надо у него-то брать пистолет. Блин, как-то странно, он не... Они сразу не подыхают. Вот смотрите, как все проще. Как на все намного проще. Что это было за ла-ла-ла-ла-ла? Ощущи кровавый под... О, ладно. Забудем, что я хотел сказать. А может быть, и никто не... Понял, ну и плевать. Вас убил Ваномас. Китайский Ваномас вас убил. Мужики, как вам не стыдно? Да, но управление они все равно не поправили. Ну, сенсай, это уже плюс. Это уже плюс. Давайте 0, 2, 4, 6. Старая тактика четных циферок. Шестерку переставляем, единичку, тройку ставим. Это нам известный всем Петя Сталин или Иосиф Сталин. Какая нахер разница, что я несу? Пятерка, семерку, давайте проверим. Пятерка на месте, восьмерка, стоп, девятка. Стопудово. Все, все наркотрахи я выполнил. Я просто оттрахал наркотрахов. Почему я не могу засунуть вот эту хрень? Я хочу взять пистолет. Пистолет засунь назад. Положи его в свой за... А, о, что? Что, что, что? Что это было? Что это было за недосуперпаркур? О, crazy, crazy man! Это Роберт Пальмер играл, не знаю, кто такой, ну ладно. Нет, давайте все перестанем классику слушать. Это тем более не будем слушать. Это тоже. Это везде один отстой. Так, подождите, надо еще посмотреть. Ага. Куда нам лучше ехать? Ну давайте тогда, раз нам сюда надо ехать, то сейчас мы ему устроим важного гостя. Важный гость придет в бейсболке и гашеные футболки. Еще надо гашеные усики и гашеную бороду отрастить. А еще мне говорят, что я часто советую людям все плохое. Блин, ну я не знаю, что мы еще. Давайте. Преступление и наказание прочитайте, очень хорошая книжка.
Инструкция о том, как убить бабушку. Чё, нет? Не об этом книга? Упс, значит, я чего-то не знаю. Так, припарковываемся, Так, не хочет припарковываться. Так, давайте попробуем войти силой. Раз не пускают нас так, то попробуем за Джеймс Бондить. Этот берег — это то же самое, что изнасиловать, только за Джеймс Бондить. И думать, что ты... Ладно, сейчас прошутка про Шона Коннери должна была быть, но... Похоже, я застрял, вам не кажется? Ведь этой же игре нельзя прыгать. О, они продумали, что здесь можно будет подняться, окей. Они продумали, что этому мужику можно было дать по харе. Окей. Ага, вот он, здесь идол-то. Вот он, здесь идол. Как раз идол по пути. А, это всего лишь сейф. Ай-яй-яй, Джеки Чан. Ла-ла-ла-ла. Эй, мудаки. Как дела? У них реально мозгов нет. Пока. Я всего лишь пришел вас пострелять. А коп где-то тут был недалеко. Ладно, мы всего лишь сейф открыть пришли. А, нет, это все-таки статуэтка. Да, вот она. Да чтоб тебя! Как он меня увидел через... Опаньки, здесь полицейские экстрасенсы. Экстрасексы. Они видят через стену. Китайская скотина. Иди от меня! Уйди от меня! Ты всего лишь бедный китаец. Ты всего лишь в китайский ваномас. Чёрт. Как некуда бежать? Вода есть. Он, интересно, прыгнет за мной? Но я же не буду садиться в лодку, да? Я же не дурак. Эй, чувак, выходи давай. Там еще что-то мигает. Надо давать кому-то похари надо. Вот и все. Вот и нету таракана. Как говорится в знаменитой сказке Корнея Чуковского, Майдадыр. Вот сейчас сложно было. Сейчас было сложно и тонко, и глупо, и вообще, и неважно. И пинок в рожу. Это специально для тех, кому нравятся грубости. Ну, то есть Памели Андерсон. Вот сейчас было совсем не в тему, я согласен. Можете, я не знаю, помолиться еврейскому богу, как его там зовут-то? Деньги. Надо мне заткнуться уже, а то меня не обслужит вот эта женщина на своей жареной уткой, не обследует. Я не хочу, чтобы кого-нибудь обследовали жареной уткой. Я хочу всех обследовать вводом мыши. О нет. О нет. Кепка не найдется? Очки надо? Пока никто не видит. Кепку помыл даже. You sure you don't want to fuck her a little before you start? It's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel on the way to the studio. Nah, man, I'm good. But we could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. You don't know what you're missing. Нигр и китайцы, ну блин. Евреев реально не завезли? This is Wei. Wei? The infamous Sonny Wo. That's me. Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This is King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, it's gonna be hot, man. Wei here's the real deal. A bona fide tried killer from the streets.
cleavers, guns, castrations, whatever you want. Okay. Wait, why don't you take King out in the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You want to pick up some girls, get nasty, done. And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun on Yi. Yeah, well, I mean, actually, that sounds all right. If you don't mind showing me around. Yeah, sure. I wish I could go with you, players. But business calls. All right, cool, man. Yo, it was real nice to meet you, Sonny. Let's hit the streets. Let's do it. Ricky, listen to this. I've been thinking. We need to get her a movie role of some sort. А вот теперь, Кинг, я тебе покажу Гонконг. I think we'll start at the K-bar. The VIP room should give us what we need. Hey, it's your town, man. Покажу, как сносятся здесь бошки. Увидишь колодцы, заваленные говном до крыши. Ладно, это из Масяни. Ну, вот это последняя фраза. А про то, что как бошки разбиваются, это мой репертуар. Твоя коронная фраза теперь. Коронная фраза буквально на 5 секунд была. Теперь это коронная фраза какого-нибудь другого человека. Упс. What kind of business? I got friends. Guys I grew up with. They got a real good import and retail thing going. Yeah, but they could use a good Hong Kong act. Я слушаю, что они говорят, и переключаю радио. Я круто. The reason I took the producing gig was I heard Vivian and her label had connections. Who they are? To me. Что там заиграло? Bombay Bicycle Club. This is gonna be like one of them old school business meetings. Where you show me around town and you... Что-то они не успевают договорить, пока я еду. Они бы хоть прочитали. Ууу, мы немножко поломали точилу. Гейбар. Что они поют? О, караоке. О, да. Двигай телом, детка, дам. О, фу, какая-то стрёмная детка. Что он сказал? Петь друг другу? Мне послышалось, сексом займёмся. О, девушки. Какая-то... Хотя нет, пал. Это лучше, чем вот эта вот девочка из звонка. Оу, уйди от меня. Оу. Да, это лучше. О, давай, двигай тело. Эй, дэ, what's your name? Катюшка! Катюшка! Здесь нужно мое исполнение Катюши из Battlefield вставить. Вот. Наша Катя шлюха, блин, такая. Заходила она там, блин, в Китай. И она там всем вокруг давала. И уходила в бар. Я просто решил не портить песню и уничтожить мотив, так что вы не думайте, я помню мотив. Вранье! Она страшная, капец. Даже самая страшная женщина в России не такая страшная, как вот эта. И русские женщины ходят кругами. И, наверное, они говорят о чем-то о высоком, об искусстве. Засада, да-да-да-да. Засада, засада. Засада, ма-засада. Засада, да, засада. Засада. А может, я эту хочу пригласить? У нее... Нет, она все на одно лицо, она как я. А вот этой женщине, которая находится, на которой надет желтый топик, у нее, или как это называется, не знаю, я не разбираюсь в женской одежде, я даже мужской-то не разбираюсь. У нее явно что-то не то со слухом, видимо, ей не то, что медведь наступил на ухо, а он еще вот там потоптался, посидел и неожиданно заснул, потому что она ни хрена не в мотив танцует, по-моему. Или я дурак. Hello, ladies. Hey, Mr. VIP. Want to buy us girls a drink? I don't know. My friend and I are gonna enjoy your company. Try us on and see what you get. All right. Why don't you join my friend in there? I'll be in a second. Иди туда. Пошел. Слушай, кто ее пустил вообще? Она
Такое чувство, что она сбежала из... Я не знаю, из пансионата для наркоманов. Во-первых, она двигается точно так же. Во-вторых, она одета в какую-то ночнушку. В-третьих, у нее ноги, как у меня... Я хотел сказать пенис, но я даже не знаю, кого бы я больше оскорбил, ее или меня. Давай, о, нихрена себе топик. You okay, miss? Hey, Pukai, that my girl, so why don't you fuck off? I'm son on ye, motherfucker. Now get out of here before I break every bone in your body. Man, no, sorry, I didn't know who you were. Я уже хочу его схватить. А, Сильяна, прикольный топик. Муссолини. Видимо, это песня о китайском Муссолини. Играет на заднем фоне. By the way, I'm Wei. I don't think I've seen you here before. I'm Ильяна. Yeah. I usually don't come to places like this. I'm here for my Ничего, шортики тоже так неплохие. Places not like this. Let me know. I'd like that. Can I call you? Thanks. Give me a call sometime. Я предпочту, пожалуй, вот это вот, но козел. У этой слуха нету, это Китай, это отстой не русский. Ладно, теперь я буду их всех развлекать. Голосы приятным китайским. Ва? А, окей. Да, я присел. И что это такое у меня высветилось? Ты еще школу номер 5 не видел? Ой! How do you not know Hong Kong have beautiful girls? Да ты чё, правда, что ли? You just had to come to the right place. Явно не сюда. You can count on us, baby. We love American men. Don't we, Tina? All right, Wei. Why don't you show us what you got? Так вот, значит, барашки жареные, очки сушеные. Let's see those lungs. Well, I'll show you mine if you show me yours. Смотри, под караоке для Кинга и девушек. А, ну давайте сейчас зажжем. Hey. Carry on my wayward son. Through the beat. А что зажечь? Ну давайте I run. А, нет, давайте по очереди. Bad case of loving you. Я не знаю эту песню. Поэтому я буду херней заниматься. Та-та-ра-та-та-та. Я-ха-ха. У-ха-ха. У-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я китаец и пою. А баба орёт там. На заднем фоне орёт. У нас тупая русская. Баба тут. А еще страшные остальные бабы вообще. Я красавчик и не гей. Просто бабы страшные здесь. Бабы страшные здесь. Бабы страшные здесь. Пойдет. Мне нравится, как он начинает гитару изображать. Я также сижу, кстати, изображаю гитару. А, нет. Сказать маме, что ты хочешь становиться... я как-то за словами не следил, я пел про китайских женщин. Отличное соло на гитаре, да. У него 21 сантиметр, окей, врет. Это он же китаец. Он про евреев поет, смотрите, он про евреев, это игра еврейская. Она ущемляет права евреев. И с 1 сентября я должен поставить теперь на своем видео значок 18+, и то, что это видео не предназначено для просмотра и времени, иначе меня заблокируют на Ютубе Российской Федерации. Елена Мирзаева, или Мир... как ее там, приедет ко мне домой и заставит меня бить ее плеткой. Так, давайте это, пожалуй, пустим и насладимся песней этой, блин, давай! I got the base cards in front of
Та-ра-ра. Я еще хочу попеть. That was so good. Fuck you. I'm the best of the best of the best. You got balls. I'll give you that. Да, у меня есть шарики. Oh, yeah. Hey, wait. Hey, come get a picture. Я хочу петь. Да, я сфотографирую тебя. What the fuck? Что за... Попрыгать? Нет, я не хочу с тобой прыгать. Too many motherfuckers think all you gotta do is jump bad and wear the right colors. Nah. Можно бить кого-нибудь? Я хочу бить кого-нибудь. You gotta be in it with the right people. Yeah, I can see you fitting right in the States here. Yeah. If you ever wanna change the scenery. I'll keep that in mind. Сраный светофор, он всегда под... Я всегда начинаю за него думать, что, блин, глюки тут. Stand back. Ой, это случайно получилось. Ой. Это как-то случайно получилось. Вау. Да чтоб вас. Дайте мне этого парня уже зашугать, а. Иди сюда, вот иди сюда. Вот тебя ждет электричество. А тебя ждет полет. Да, а то я буду бегать по твоей машине, по твоей шикарной белой машине и разбивать ее. А еще бегать по твоей шикарной заднице. I'm going back in a week or so, all right? I'll tell my boys I got the man for them. All right. They want to start slow, but I'm guessing they can move as much product as they can. Let's go. Что за нахер сейчас произошло? Что это было? Почему машина встала на капот? Что? Она решила, не знаю, поиграть с кем-нибудь в Камасутру? Есть ли такая игра, хрен его знает, но... Кстати, после патча очень, ну, немного лучше производительность стала. Ну или... То... Дурак, что ли? Ну, или у меня просто нечаянно настройки спали. Упали. Ну, вроде бы нет. Бла-бла-бла. Нет, это машина лягуха какая-то. Look at Sunny Walk. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the... Я не успеваю на дорогу смотреть. Игра, ты... Ты против безопасного вождения? Ты, вы бы хоть субтитры, что ли, повыше повесили, чтобы я не опускал так низко глаза и не отвлекался от дороги? А то получится вот так вот. Случайно. Абсолютно случайно получится вот так вот. И что потом делать? All right, here you go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well, then. Looks like this is the... Я могу снять эту футболочку. All right, man. Take care. О, да. Там что-то было про секс. Или про секс. Хотя секс это тоже секс, я согласен. Номер телефона Ильяны, связи триады музыкальной индустрии.